Отцы! Господа! Прошу занять места. Большой трибунал будет. Международный. В Нюрнберге открывается процесс века. Не признаю себя виновным. Не виновен. Опять диверсанты орудуют. И американцы тут как тут. Вот вам и начало трибунала. На процессе ситуация непредсказуемая. Того гляди, подсудимых еще и оправдают. Новые улики были бы как нельзя кстати. Но мы ведь в американской зоне. Так мы по-тихому? Вы из делегации? На заводе работаю. Держись от этой Лены на пушечный выстрел. Сейчас. Или никогда. Мы должны сорвать процесс. В советской делегации появился предатель. Здесь за каждой бумажкой человеческая судьба. Нам необходимо довести этот процесс до конца. Ты понимаешь, насколько это важное задание, капитан?